Она вот из площадки цехов оснований гравитационного типа, которых мы делаем основные заготовки при отливке бетонного основания. Понимание, то все четыре завода, запустив на полную мощность, мы... Так, ребятки. Все, спасибо. Поехали? Да. В автобус, да? Выходит Головин, остальные все дальше. Так, первая площадка, но сейчас еще не все собрались.
Нет. Импровизация, ребят. Нормально. Вы думаете сами, что отходить? Раз беговая. Хорошо. Не вопрос. Можешь портлег придумать. Портлег, хорошо. Давай, первая площадка Мухин, Карпукас, Волков, вторая Камличенко, Солдатенко, третья. А что там с фанатами делать? Наверное, будет маленький вратарь. Вы сейчас заделаете с каждой станции, кто главный тренер. Мотя, сможете упражнение показать каким-то? Стой, пошли. По 5-6 минут на станции, и они будут меняться. Вартов надо громче, громче, громче! Это наши парни. Мухин, Карпукас, Волков, Павличенко, Солдатенко, Миранчук, Обряков, Пюшин. Как мы и договаривались с вами, разбегайтесь по вашим полянам и на... в точку номер один, там, где будут проходить активации на площадке. Нет, тренер, а как поле найти? А вот стоят. Пять, и вот шесть, наверное, где пол. Третье, пятый. Шесть там или здесь? Так, пятый, где он? Наверное, здесь. Вот подожди, начало, наверное, вот так. Я думаю, это где пол, это вот, вот, вот там, я думаю, где ворота. Да, правильно. Да, пойдем, молодец, ты. Видишь? Да, да, вон. Где пятый? А, вот. За него. Прям много народу просто, я даже не знаю, что мне делать. Нам мячи нужны, наверное, да, побольше. Вы уже размяли же, все нормально? Да, да, да. Мы тоже готовы. Как там наверху? Там? Ничего так. В поле купались? Приехали. Мы их легенды. Манишки там какие-то можно? Да. Чтобы различать. Вот у них можно взять. Ушенков, Юшенков. Ушенков, Юшенков. Ушенков, это самое интересное. Парень наш, так, сегодня наш главный тренер. А также Литвинов. Ребят, все, еще раз, рады быть здесь. Давайте сейчас время терять не будем. Разделимся на две группы и будем и побьем по воротам. Согласны? Вратари есть? Два есть вратаря? Вижу, что защитник в руках, который да, у нас есть свой вратарь, если что. Так что давайте на две группы и давайте, время терять не будем. А, нет, стой. Мы в живот бьем. Вот, поймай. Да, о, что да. Ты принимаешь, ловишь и все закатываешь. Выходите и падение низом, ближний угол. Хорош. Молодец. Стоят просто так, честно говоря, и смотрят, как поискусцы, бывшие или нынешние, руководят процессом. Ты с кем будешь играть? С Соболем, с Феней или с Малом? Они что, не упали, а кто пройдет мяч? Ну, чтобы проще. Головина? Легенда? Честно говоря. Ну, ты солнечно, как в Монако, ты обратил внимание, честно говоря? Мы синий против зеленых. Ура! Я прямо! Давай! А кто у них на воротах? Освободите поляну, пожалуйста. Леня, Соло! Пальцы были сюда вот так. Один на другой накладывается, и все будет ходить. Не будет пролетать сюда назад. Давайте подойдем, сделать еще один раз и будет делать вверх. Хорош. Да, супер. Ну это вообще. Это на Головина точнейшая самонаводящая передача от Соболева, и это гол. Вперед, чуть вперед. Ой-ой-ой. Красиво было. Чао. Супер, вообще, молодец. Вот, смотрите, первый гол. О, отлично. Дети опешили. Другой.
Спокойно, спокойно. Ну, это невозможно сейчас, понятно? Все, друзья, у нас близится замена, у нас зайди за ним. Ты готов, точно? Ну, чтобы надо усилить, посмотри, там... Ребят, сюда прыгай! И формировать боевые пятерки сборной России, которые... Я был в нем уверен. Да, пошли, второй круг, поехали. Давайте запомним эту связку. Ты серьезно, да, подошел к делу? Смотришь на меня так. Не, я первый тоже серьезно бил. Разрезал 13-летних детей. Жить своей передачей. И это бывает на ярком белокаменском солнце. Страшно. Ой. Ладно, я дай чуть-чуть. Чалов провел исследование, говорит, там, кажется, вершинка. Ну это ж танго! Оп-оп-оп-оп! Я просто отбегался. Парни, еще можно мячиком, да? Пока сидите, расписаться. Конечно, давайте сломать. Да, это. Александр, можно фото? Можно, пожалуйста. Ты несколько делай. Да много сделаешь. Все, спасибо большое. Я в настройках. Там все у нас смена. Ребята, у нас есть. Я на пол залезу. Давай красиво. Ой-ой-ой! Ну! Подойди, поближе! Подойди! Толкай! Пошли! Давай еще, еще! Я этого возьму! Стреляй! Ближний угол надо брать, нет? Я лежал. Ближний угол то возьми. Надо поиграть чуть-чуть, наверное, а не лежать. Ну так нельзя, Сафон. Согласен. Ты что творишь? Будет. Да нет, лучше меня на ворот играть. Кто плохо, конечно, тот чуть-чуть на благо отчизны поработает в доке. Ваня точно хотел реабилитироваться, это гол! Это гол! Пацаны, без шансов для вас. Давай, давай. Три метра, отходим, три метра. Сафон сейчас меня убьет. Не, вот сюда надо встать, вот сюда. Он сейчас меня сюда подъедет, я буду бить. Я пробегаю. Сафон,
До конца дойди туда. Ай, мы там затолкали. Муха, повешай. Аря! Да не, не хотят. Максим, нога бога. Вешай! Давай, Егор! Не, чисто. Ну ладно. Ребят, давай, подожди, давай, дай исторический. На ближе, не знаю. Давай, поближе. Эй, чё? Мой, стань, держи мой. Вставай, вешай. Сегодня я повыше буду. Нет! Хорош, Руси! Давай! Аплодисменты ребятам, которые... Да, у тебя что-то думать, что это, да, что-то.